Пришли сегодня понедельник, 11 мая 2020 года. Кажется своим. Куда пошла? А я мыло положила. Иди сюда, работай. Это нам мыло принесла. Это общий умывальник. Выходит, все руки трут, как Лукашенко говорит. До костей готовы эту протереть. А раньше, говорит, и не мыли. Стоят. Это, а там видно, машина блестит. И здесь сколько приехала виноград привязать. Ну еще стоишь, раскрыла тело. Сиди, я начинай жду, привязывать. Сейчас Надя. Там пуще. Никогда столько не было. Там меньше веточек, чем винограду. Всей толпой. Иди туда к ним. Не стой здесь. Мельтешится перед глазами. Попасть, да? Давай, давай. Вот она где. Пожалуйста, пожалуйста. О! Так, все, я вам оставляю. Сережа, вот можешь вот все вырезать. А вон веревочки. Вот сюда так вот закидываешь. Это у меня здесь, я каждое утро беру ревень, два куста. Дал тут землю одним, у него много росло ревень. Он выкопал. Политыкин муж выкопал до конца корень и выбросил. Он думал, сорняк какой-то, ревень. Я каждый день из него по листику беру. Капусту, да. Эту крапиву выдернуть? Крапиву? Делать нечего. Сейчас я приду. Еще надо будет вот это. Давайте, давайте. Убирать. Так, на пока. Сними рукавицы-то. Они чистые. Мы сейчас будем работать. Нам не достать. Мы вначале все подвяжем. Без рукавиц надо. Они чистые, новые. Только вот что из магазина. Вот, я сказал, обязательно какая-нибудь будет неприятность. Нет. Давайте. Делайте так быстрее еще. Сережа, отрежь вот этот. Отрежь, тут очень много, под самый корешок. Смотрите, как тут отрезать. Вот так, ой, как удобно. Вот ты посмотри, вот они все знают. Птички поют. Вот это вот. Под корень, под самый. Начальник. Лопатой, сейчас я. С лопатой. А потом размотать-то, оно же, видишь, или оно засохнет. Знаешь? Сережа, вот как надо. Вот этот вот. Крапиву-то не просто драть. Две клеточки. Вырывать вот с корнем надо. Маленькие. Все грехи. А отрезать маленькие? Да, обе. Вот это, да? Так, мы вот это туда вытягиваем. Так, посмотрим, как не густо будет у нас. О, да, прям вот таких вот будет нарезать. Да. Лена, подойдешь, как освободишься? Хорошо. Тогда подвязывай. Игнатий Тихонович.
Все, я закрываю. Пошла работать. Что, хочешь идти туда или что? Так, хорош, давай, придешь сюда. Кого-то открывать, встречать надо. Вот руководит, главное, старшая Александра Михайловна, на том конце стоит вон. Гончарук. Давай, вот Татьяна наша, Кузьминична, старшая сестра. Это рядом у нас яблони. Большие яблоки довольно растут. И сирень. А это вишня, все разбросалось тут. Ну, это соседняя елка. А это вокруг малина. Надо смотреть. Вот куст смородины. Вот крыжовник. А это вот куст калины. И вот тоже большая калина. Очень плодоносная. Кто-то там гремит на коробушке. Вот привязывает, образует. Вот Татьяна Кузьминична, Капустина пришла. Сергей Павлович Кубков. Так, подожди, куда у нас с тобой я? Ну, в принципе, это вот сюда. Вот сюда, наверное. Там еще двое. Вот привязана сюда. Привязываем. Это не надо, мы это отрежем. А вот эту привязываем. Да, переключи. И они потом усы пойдут, оно все перекрутит. Винограду немного зеленого, а другой черный такой. Вот винный, его кислый. Вот тут машины понагрудили. А там дальше, видать, ураганщик мой. Каждый день мы с ним гуляем два раза. Требует уход. Александра, а вот это вот несколько здесь какие-то. Обрезать тут одну надо оставлять. А смотри, где увидишь, ты это самое дело-то. Что-то там они решают. Сейчас я буду дальше выкапывать крапиву. Давай сюда это. Этот молодой, как бы мы его заменим стали. Тащи коробушку сюда, подбирать. А откуда хотели мусор? Здесь забирать? Давай. У меня тут каждое утро я беру чеснок. Чеснок вот он закорожен, чтобы кошки не заходили. Они, кошки тут мешают, мучат. Везде тут находится одуванчик. И все, такое дело. Это вот храм, где мы молимся. Господь все так сделал, участок какой. Это я выиграл процесс, 11 лет шел суд и выиграл его. А тогда тут здания этого не было, они построили. А вот там, видать, за этим зданием красный угол, это краевой суд, а теперь там музей. Музей искусства, литературы, истории Алтайского края. Ну что-то такое еще. Ну все, пока. Сергей Павлович, что-то розы старые убирают, новые нарастут. Только не повредить, которые ну, это, новые отростки дали. Ну, посмотри, сколько пришло сегодня. Андрюша тут воюет. О, поглубже маленько топором в землю возьми.
Она мне мешает, с ней ягоды нету. Надо, чтобы она в земле была, чтобы над землей ни грамма не торчала, ноги не рвала. Ну, тут уже сколько подвязали. Надо начать топор, он у тебя не точенный. Давай, я пойду потащу. А ты сам тащить умеешь? Ну да, так. Ну давай я тебе дам. А чем? Пойдем. Тут лучше пройти, там опасно. Осторожно. Вот мы тут выходим. Там у меня окно. Я тут сижу. Голубей не видно, жарко, забились. Торчат там. Вот эту открывай дверь. И здесь справа на полке аккуратно возьми, тащила. Сюда вытащи его и здесь натащи. Он у тебя соскочил. Вон он, его видать даже, видишь? Вот он. Да. Вот так. Потом потащишь и обратно. А потом его на, тебе надо на это, чтобы... Да, я сейчас надену, да, он слетел. Если колотеть, он об пень бели, только не об крысо. Да. А тащи здесь рядом. Ну смотри, какой они наклон там сточенный, чтобы она сошлась. И на палец попробуй, чтобы как бритва был. Ну, сестры там дальше одни занялись. Это вот Надя Дмуха Савинцева. Это Гладыщук. Елена, Алена в паспорте, говорит, записано. Я однажды сказал фамилию Гладыщук. А ты Гладыщук, палец-то откусят. Вот как интересно. Я видел страшную картину, дорогой ездили. Кто-то сжег виноградник большой, за горизонт уходит. И дымится только. Ну, не знаю, умышленно или нет. Ну, страшно. И мы это все засняли.